На предыдущей лекции мы с вами говорили о полупелагианстве. Говорили мы с вами и о вменении вины Адама, почему вина Адама меняется нам. И мы с вами говорили о том, что полупелагианство с библейской точки зрения неверно. И сейчас мы с вами рассмотрим теории, которые согласуются с тем, что пишет апостол Павел, что все мы согрешили в Адаме. И также обе эти теории утверждают, что мы все получили вину Адама, и все мы унаследовали испорченность, и все мы знакомы с последствиями за грех, а именно со смертью. Вы можете сказать, ну что ж, наконец-то все понятно. Но, однако, на этом все не заканчивается. Потому что, несмотря на то, что мы убедились в правильности таких понятий, как врожденная вина и врожденная испорченность, и что это все передается на каждого человека, но все-таки не объясняется, как мы присутствовали в Адаме и как мы совершили этот грех. И исторически Церковью были даны два основных ответа на вопрос о том, как мы присутствовали в Адаме. Первый ответ описан на страницах 76 и 77 ваших конспектов. Адам является представителем всего человечества. И давайте мы хоть немного обсудим то, что записано у вас в конспектах. Согласно этой теории, утверждается, что Адам является главой, биологически является главой человечества, и каждый человек присутствует в Адаме. Но этого недостаточно, чтобы объяснить, почему грех Адама вменяется каждому человеку, каждому его потомку. И если вы внимательно прочитали свои конспекты, то вы заметили, что несколько раз упоминается имя Мюррей. Был такой богослов Джон Мюррей, и он написал труд, который цитируется в ваших конспектах. Труд на тему вменения греха Адама. Много лет тому назад Джон Мюррей был профессором в Вестминстерской семинарии, и он написал серию статей на тему вменения греха Адама. Вначале они были изданы по отдельности, в сборнике Вестминстерской семинарии. Но затем оказалось, что эти статьи настолько полезны в объяснении доктрины вменения греха Адама, что затем они были собраны вместе и изданы на английском языке в виде единого сборника. Правда, я не уверен, издается ли до сих пор эта книга или уже нет. Но я думаю, это нетрудно узнать. Вы можете набрать в поисковике Google имя Джон Мюррей, и вы сможете найти его труд о вменении греха Адама. Именно этот труд цитируется в ваших конспектах. Кроме того, что Адам считается биологическим главой всего человечества, также говорится о том, что Бог избрал Адама быть представителем всего человечества. И, сделав Адама нашим представителем, Бог заключил завет, сделав Адама представителем каждого человека. И если бы Адам оказался послушен Богу, то тогда Адам и его потомки получили бы вечную жизнь. Но он ослушался Бога, поэтому Адам и его потомки были признаны виновны и подпали под осуждение. И мы знаем, насколько печальны последствия этого. И Адам согрешил. Согрешил один. Теория представительства утверждает, что мы не присутствовали в Адаме. Адам согрешил как наш представитель. Он совершил этот грех единолично. Но так как он был представителем всего человечества, то можно сказать, что все человечество согрешило с ним. И согрешив, он был признан виновным, и вместе с ним виновными были признаны все люди, родившиеся после него. Поэтому вина вменяется и нам, рожденным после Адама. Все из нас унаследовали падшую, испорченную природу из-за грехопадения. И вы помните, что мы говорили с вами, когда обсуждали понятие первородного греха? Вина — это юридический аспект
первородного греха. Но испорченность подразумевает не юридическое положение перед Богом, но то, что произошло с сущностью человека. Поэтому вменить испорченную волю человеку нельзя. Испорченная воля передается человеку от поколения в поколение путем естественного размножения. То, что человек получает от своих родителей, имеет отпечаток грехопадения Адама. Это падшая природа, присущая каждому из нас. Поэтому, говоря технически, мы не можем говорить о том, что испорченность вменяется, она передается. Но, тем не менее, следующий взгляд, который мы будем с вами разбирать, говорит о том, что нам передается как испорченность, так и вина от Адама. И что же предлагается в защиту этой теории? И суть этой теории, если мы внимательно на нее посмотрим, не в том, чтобы объяснить, что всем людям после Адама передается его вина и испорченность, а в том, чтобы объяснить, почему Адам был выбран нашим представителем, и поэтому мы получили то, что получили. Теперь давайте рассмотрим несколько аргументов, которые предлагаются в защиту этой теории. Первый аргумент. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы будем рассматривать Адама только лишь как природного прародителя, и на этом его роль ограничить, то тогда, как представляется, возникает проблема. Потому что мы не только биологически присутствовали в Адаме, когда он совершил первый грех, но также присутствовали в нем, когда он совершал все остальные грехи в дальнейшем. Поэтому, если биологическое главенство Адама — это единственное, в чем заключается его роль, и только лишь этим мы с ним связаны, то тогда мы должны быть виновны не только в его первом грехе, но также и во всех остальных его грехах. Но нигде в Писании мы не читаем, что мы виновны не только в первом совершенном Адамом грехе, а и во всех остальных. И что же это означает? А это означает, согласно этой теории, теории представительства, что в результате этого Адам играет роль не только биологического прародителя, но также и является нашим представителем. И более того, если мы внимательно посмотрим на вторую и третью главу книги Бытие, то мы вынуждены сделать вывод о том, что Божий запрет вкусить от дерева познания добра и зла был запретом, обращенным не только к Адаму и Еве, но Бог, давая этот запрет, давал его Адаму и Еве как представителям всего человечества, и все, что они сделают, повлияет не только на них, но и на все человечество. Поэтому, если Бог устроил все таким образом и сделал Адама нашим представителем в отношении этой первой заповеди, которую Он дал человеку, то тогда мы можем объяснить, почему грех Адама вменяется нам, его первый грех, но все остальные грехи Адама нам не вменяются. И если, с другой стороны, вы верите в то, что наша связь с Адамом ограничивается только биологическим родством, и только в этом смысле мы присутствовали в нем, когда он согрешил, то тогда мы также и присутствовали в нем, когда он совершил все остальные грехи. Итак, это первый аргумент в защиту этой теории. Второй аргумент основан на стихе, записанном в первом послании к Коринфянам в 15 главе. Это 22 стих, а также на том, что написано далее в этой главе, в стихах 45 по 48. В этой главе апостол Павел пишет о двух разных Адамах,
Если мы внимательно прочитаем эту главу, то увидим, что Павел пишет о первом Адаме и о втором Адаме. И Павел показывает, что как Адам, так и Христос имеют уникальное отношение с человечеством. И участь каждого человека на земле определяется отношением этого человека с этими двумя Адамами. Об этом очень ясно говорится в первом послании к Коринфянам 15:22. И если здесь мы видим такие отношения, то тогда, согласно этой теории представительства Адама, говорится о том, что Бог особым образом установил определенные особые отношения между Адамом и остальным человечеством в связи с исполнением или нарушением первой заповеди. И вот что здесь имеется в виду. Адам поступил таким образом не только от своего имени, но также он совершил этот грех от имени всего человечества. И Бог так все установил. Бог создал эти особые отношения. Но в первом послании к Коринфянам в 15 главе Павел заходит еще дальше. В этой главе он пишет не только об Адаме и его связи со всеми нами, но он также сравнивает Адама со Христом и связь Адама с нами со связью Христа с нами. И Павел ясно дает понять в этой главе, что есть определенная и четкая аналогия между Адамом и его последователями и Христом и последователями Христа. Мы должны понять, что это аналогия, что это лишь некое сравнение, что речь не идет о тождественности, а просто о некой схожести. Мы знаем, что Адам был первым человеком, он был биологическим главой всего человечества, а у Христа вообще нет биологических потомков. И уж точно Христос не является биологическим прародителем всех искупленных людей. Поэтому главенство Христа несколько иное. Однако он также является представителем, и мы об этом еще будем говорить, когда будем с вами разбирать доктрину о спасении. И одна из тем, которую мы с вами будем разбирать, это искупление в Иисусе Христе. И мы увидим, что Иисус принес Себя в жертву вместо нас, что Его жертва на Голгофском кресте была заместительной. И это означает, что Он выступает не только от нашего имени, но также Он служит нашим представителем. Поэтому Христос выполнял служение, умерев на Голгофском кресте, будучи погребенным и воскреснув из мертвых, Он нес служение нашего представителя. И мы знаем о том, что Адам является биологическим главой человечества. Поэтому мы понимаем, что аналогия между Адамом и Христом не подразумевает тождественности. Но суть этой аналогии в том, что Адам также выполнял роль нашего представителя, когда совершил первый грех в Эдемском саду. И если мы признаем тот факт, что Адам был представителем всего человечества в Эдемском саду, совершая первый грех, тогда действительно аналогия становится более понятной, аналогия между Адамом и Иисусом Христом, потому что и тот, и другой нес роль представителя человечества. И далее, третий аргумент. Этот аргумент основан на послании к Римлянам, на 5 главе. И мы понимаем, что это ключевая глава в этой доктрине. И речь идет о стихах, записанных с 12 стиха до конца главы. Если вы внимательно прочтете эту главу, то вам станет ясно, что в этой главе апостол Павел также рисует нам аналогию между Адамом и Христом. Он проводит определенную параллель, которая очень очевидна. Параллель между Иисусом Христом и Адамом. И к какому же выводу мы можем прийти на основании этого?
Что ж, точно так же, как мы видели в 1 Коринфянам 15 главе, здесь также мы замечаем, что связь Адама со всем человечеством заключается в том, что он является биологическим главой всего человечества. И мы понимаем, что связь Христа с человечеством иная. Она не заключается в биологическом первородстве. Он должен быть нашим представителем. И если та аналогия, которую показывает нам апостол Павел в 5 главе, действительно верна, то тогда мы должны также сделать вывод о том, что и Адам является нашим представителем. Что ж, тогда нам необходимо указать на еще один момент в 5 главе послания к римлянам, а именно, что в случае Христа и Его представительства мы можем говорить о том, что единство Христа и Его последователей в том, что Он принес заместительную жертву за человечество. Другими словами, Он наш заместитель, Он выступал в нашей роли. Поэтому, если мы строим аналогию между Христом и Адамом, то тогда мы приходим к выводу, что Адам является также нашим заместителем. Также он выступает от нашего имени. Теперь давайте посмотрим на 14 стих 5 главы послания к римлянам. Здесь мы читаем следующее. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама». И обратите внимание на последнюю фразу, которая есть образ будущего. Или в других переводах мы читаем «того, кто грядет». И вот эта последняя фраза в Римлянам 5:14 определенным образом указывает, что должна быть строгая, определенная аналогия между Адамом и тем, кто грядет, а именно Иисусом Христом. Поэтому, если и есть какая-либо аналогия, о которой хоть как-то можно говорить, то мы знаем о том, что Христос не является биологическим прародителем ни одного человека. И, конечно, Адам, как мы знаем, являлся. Поэтому эта аналогия может быть верной только лишь в том случае, если мы говорим о том, что Христос был представителем человечества, точно так же, как и Адам был представителем человечества. Вот еще несколько аргументов, которые можно привести в защиту теории представительства Адама. Но вначале давайте остановимся и посмотрим, есть ли у кого вопросы, и затем перейдем к возражениям. Иногда люди, которые придерживаются этой теории, обращаются к теме богословских заветов, которые мы находим в Писании. Другими словами, когда мы читаем, в частности, книги Ветхого Завета, а также определенные книги Нового Завета, то нам становится очевидно, что Бог в нескольких случаях заключает завет с каким-либо человеком, но этот завет распространяется на многих людей. В частности, можно обратить внимание на Осию 6:7. В этом стихе говорится о том, что люди нарушили завет. Завет, который Бог заключил с Адамом. Вы можете не согласиться с подобным толкованием стиха, записанного в книге пророка Осии, но тем не менее идея имеет место жить. То, что Бог заключает завет с каким-либо отдельным человеком, однако этот завет распространяется на многих людей. Скажем, в случае с Авраамом, Бог благословляет не только Авраама, но Он благословит и его потомков, которым не будет числа. Это только лишь один пример заветов, заключенных в Ветхом Завете, между Богом и каким-то отдельным человеком. И последний аргумент, который предлагается в защиту теории представительства Адама, и суть этого аргумента заключается в следующем.
Когда вы изучаете Писание, вы находите, что сам принцип представительства вполне библейский. В разных текстах Писания мы находим, что определенные люди представляли собой или выступали от имени множества людей. Вот, к примеру, в книге Иисуса Навина, в 7 главе, грех Ахана повлиял на участь всей его семьи. То, что сделал Ахан, затронуло также и его семью. То есть, в каком-то смысле можно говорить о том, что Ахан был представителем своей семьи. Книга Исход, 20 глава, 5 стих. Давайте вместе прочитаем, что записано в этом стихе. Книга Исход, 20 глава, стих 5. В этой главе, как мы помним, описаны 10 заповедей. «Не поклоняйся им, мы читаем, и не служи им», имеется в виду идолам, «ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Здесь мы читаем о том, что Бог смотрит на поступки одного человека и определяет на основании их участь другого человека. То есть сама эта идея, что кто-то может быть представителем и выступать от имени другого человека или всего человечества, она не чужда Писанию. В 32 главе книги Иеремии, в 18 стихе, мы находим еще один пример, когда то, что сделали лидеры Израиля, повлияли на участь всего народа. Хорошо. Это суть теории представительства Адама. Пожалуйста, какие у вас есть вопросы или замечания? Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Когда вы говорите о том, что Иисус не является биологической главой человечества, но разве нельзя говорить о том, что так как мы унаследовали природу Адама путем естественного размножения, то есть биологическим путем, то есть разве нельзя провести здесь параллель с рождением свыше, и что мы новое творение во Христе и в каком-то смысле потомки Христа? Да, но дело в том, что мы не биологические потомки, что о потомстве можно говорить только в духовном смысле. И наше духовное потомство не имеет ничего общего с биологическим размножением. И в этом суть того, о чем я говорил. Во всяком случае, насколько мы знаем, если бы у Иисуса Христа были бы дети, то об этом бы кто-то где-то написал, если бы Иисус Христос был отцом какого-то человека. И, конечно, в тот момент, когда Иисус Христос появляется в истории, то Он не является биологическим прародителем тех, кто жил до Него. Если и мог Он быть отцом, то тех, кто жил после Него, ну, свидетельств тому мы не находим. Да, верно. Но скорее мой вопрос был вот в чем. Можно ли говорить о том, что представительство проявляется не просто в абстрактном статусе, но в чем-то, что проявляется в реальности? Наша связь с Адамом, биологическая связь, реальна. И мы можем сказать, что да, мы видим эту реальность. В случае с Иисусом, разве все не так же реально, а не только образно? Да, вы правы. Должно быть что-то реальное. В случае со Христом Он делал то, что должен был сделать каждый из нас. Но мы не могли этого сделать. Никто из нас не мог умереть и заплатить за грехи, даже за свои грехи, не говоря уже о грехах других людей. И никто из нас не мог
воскреснуть из мертвых, чтобы подтвердить эту жертву. Понятно, что Христос не должен был ничего этого делать ради самого себя, потому что Он не совершил ни единого греха. Поэтому мы понимаем, что Его смерть была совершена не ради Него, а ради других. Поэтому, да, были определенные поступки, которые Христос совершил в реальности. И в этом вы абсолютно правы. Нельзя просто взять и назначить Христа нашим представителем, и при этом Иисус не совершает никаких дел, которые бы повлияли на нашу участь. Его поступки реальны. И что касается Адама, Адам сам ничего не сделал, чтобы стать биологическим главой человечества, первым человеком. Он был сотворен, и лично сам он ничего для этого не делал. И помните о том, как строится этот аргумент. Он строится таким образом, что в первом послании к Коринфянам в 15 главе, и особенно в послании к Римлянам в 5 главе, Павел указывает на аналогию, сравнивает Адама и Христа. И мы понимаем, что аналогия не означает тождественность. Но, тем не менее, есть некие схожие моменты в случае с Адамом и в случае со Христом. Ибо если нет никакой схожести, то какой смысл строить аналогию? И мы знаем о том, что Адам — это первый человек, биологически глава всего человечества. Христос таковым не является. Поэтому здесь у нас параллели со Христом не получается. Но связь каждого Адама с его потомками — это далеко не второстепенный момент. Это очень значимый момент. Поэтому нам нужно каким-то образом понять, как Адам, будучи главой человечества, и Христос, будучи главой человечества, могут быть похожи. И какой здесь может быть аналогия? Мы не можем говорить о том, что раз Адам биологический прародитель человечества, то и Христос также. Конечно, нет. Но в чем же тогда аналогия? В чем параллель? Только в том случае, если Адам служит представителем всего человечества в случае с первым грехом. Можно ли в этом случае говорить о параллели со Христом? Да. Христос нес служение представителя. Если вы верите в ограниченное искупление, то Он был представителем избранных. Если вы верите в всеобщее искупление, то Христос был представителем всего человечества, каждого человека в отдельности. И если мы и строим параллель с Адамом в случае с представительством Христа, то это не может быть параллель с тем, что Адам биологически глава человечества. Поэтому, согласно этой теории, утверждается, что единственное, в чем и есть параллель, и есть аналогия, это в том, что Адам представляет все человечество в Эдемском саду. Это не означает, что я лично так считаю или так не считаю. Я просто показываю вам, в чем суть этой теории и как строится аргумент в ее защиту. Да, пожалуйста. Но природа человека состоит из материальной составляющей и нематериальной составляющей. Адам – прародитель материальной составляющей. Но разве Христос не может считаться прародителем нематериальной составляющей? Я бы не стал формулировать эту идею таким образом, потому что это может прозвучать так и может быть понято так, что каким-то образом нематериальная составляющая божественной природы Иисуса Христа или нематериальная составляющая Его человеческой природы каким-то образом передается нам. И вы помните спор, о котором мы говорили, когда говорили о доктрине о человеке между сторонниками креационизма и традиционизма? Я думаю, конечно, вы не хотите сказать о том, что Христос по отношению ко всем нам имеет такую связь. И суть в том, чтобы ответить на вопрос, как мы тогда можем не быть биологически связаны с Ним? Потому что вы понимаете, что естественное размножение подразумевает, что человек получает не только физическую, материальную часть, но и нематериальную часть. И если кто-то скажет, что я получил нематериальную часть от Христа, то какую нематериальную часть?
божественную или человеческую, или ту и другую? И означает ли тогда, что все верующие — это маленькие боги? И, конечно, я понимаю, что вы в это не верите, так не считаете. Так что возникает проблема, когда мы говорим, что получаем какую-то нематериальную составляющую от Иисуса Христа. Я понимаю, что вы имеете в виду, что дело не только в материальном. Конечно, дело не только в материальном. Но тот факт, что подразумевается нематериальная составляющая, ну что это за нематериальная составляющая? Душа, воля, разум, чувства. Поэтому мы должны проявлять осторожность, чтобы кто-либо не сделал неверный вывод на основании наших слов, сказав, что, ну, тогда воля Христа или разум Христа каким-то образом буквально передается нам. Нет, мы этого не говорим. И поэтому я хотел бы и вас призвать это не говорить. Но, тем не менее, вы, конечно, правы. Когда кто-то выполняет роль представителя, это не означает, что он выполняет роль заместителя. Это лишь указывает на положение, на отношение, на связь. И мы должны прийти к выводу, что именно таким образом послужил Христос, потому что Он Сам не совершил ни единого греха, за который Он должен был заплатить. Поэтому какой смысл Ему было проходить через все страдания, если только не ради других людей? Но вы можете очень много чего делать ради других людей. Но если вы не являетесь подлинным представителем этих людей, если вы не были избраны или назначены, то то, что вы делаете, не так важно. И тогда встает вопрос, в чем здесь может быть аналогия с Адамом, если он всего лишь биологический прародитель человечества? И согласно этому взгляду, тогда никакой аналогии нет. Поэтому Бог, должно быть, установил, назначил Адама представителем всего человечества, что касается первого греха в Эдемском саду. И единственным разумным объяснением, как можно построить параллель между Адамом и его связью с человечеством и Христом, является то, что Бог, должно быть, сделал Адама нашим представителем. И, конечно, вы можете сказать, «Но я же не голосовал за Адама. Почему у меня не было выбора?» Но это уже немного другая тема. Скажут вам на это сторонники теории представительства. Они вам скажут, что если и есть какая-либо аналогия между Адамом и Христом, то это единственное объяснение. И также они приведут вам другие тексты Писания, которые подразумевают, что Бог заключил некий завет с Адамом, который охватывает все человечество. Хороший вопрос, спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. В принципе, представительством можно ли говорить о том, что представитель служит неким примером? Как Адам был примером для всех людей, и Христос также является примером для нас. Подразумевается ли это сторонниками этой теории или нет? Если задать конкретный вопрос, каким образом мы присутствовали в Адаме, когда Адам совершил первый грех, чтобы объяснить, почему грех Адама вменяется нам. И тот факт, что Адам и Христос служат примерами для всех людей, сторонниками этой теории не упоминается, когда они говорят о том, почему грех Адама вменяется нам. Конечно, они оба служат примерами. Адам отрицательным, а Христос положительным. Но не в этом суть разговора о вменении греха Адама. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.